Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера. «Давай, Флойд, я готов драться, 50-0 против 27-0, два парня, которые никогда не проигрывали, вперед, почему бы и нет, в джунглях есть только один король. Этот король, конечно же, я, потому что он не смог уронить Макгрегора. А я сделал это с легкостью», — заявил Хабиб.